Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Guns Up. Добро пожаловать на поле боя. Так, кажется, враг строит укрепление. Пора нанести удар. Это твой грузовик. Он под завязку забит бойцами, готовыми рвануть в бой, короче. Начни наступление на базу врага. Нажми на кнопку бойца, чтобы отправить его в бой. Хорошо. Ага, вот такой у меня, ребята, отрядик. С такой армией ты ничего не добьешься. Нужно больше бойцов. Хорошо, давай гранатометчика вызовем. Что такое? А, еще надо? Ну хорошо, давайте, ребята. Что-то они пошли все в разнобойку. Ого, тут уже, смотрите, враг стоит. Ну давай вызывать еще тогда. Бегут, бегут мои вояки. Гранатометчика вызовем. О, тихо, что тут такое? Пошла заварушка, как говорится. Так, гранатометчик, ты куда побежал-то? А, втихаря, наверное, да? Подбил там что-то. Смотри-ка, один из врагов обронил предмет ракета. Вон, вижу ракету. Используй предметы, которые ты находишь на поле боя, чтобы задать жару врагу. Ракету можно использовать, да? А ну-ка, если вот, например, я... Не, вот сюда вот. Ё-моё! Ну, правда, мой гранатометчик их быстрее уничтожил, да, чем эта ракета моя прилетела. Смотри, как прикольно тут все смотрится. Так, вызываем, ребята, подкрепление. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Смотри, что они делают, а. Тут ракета нигде не завалялась. Нету ракеты, к сожалению. А, во-во-во, вижу. Давай вот так вот сделаем. Ну. Замечательно-то как. Друзья мои, а это что у нас? Бомбардировка. Даже так, воу. Я сейчас вот сюда вот ее. А ну-ка. Хочу просто посмотреть, как это все будет выглядеть. Ну, слабенько, слабенько. Отправь в бой как можно больше бойцов, чтобы достичь их предела. Хорошо, сделаем. Давай-ка, наверное, еще бомбардировочку с вами сделаем. Слушай, ну шикарно, шикарно. Воу. В хлам всех просто-напросто. Всех в хлам, друзья мои. Нам нужно уничтожить, я так понимаю, вот это строение, да? Тогда будет у нас победа. А ну-ка, давай-ка еще разок. Слушай, ну отсюда, по крайней мере, не выходят солдатики. И вот все, мы взорвали. Победушка. Продолжить, конечно же. Смерть с небес. Зажигательные бомбы – лучшее средство. Штаб построен. Получили мы с вами достижение. Напиши свое имя. Так тебя будут видеть другие игроки. Хорошо. Добро пожаловать на базу. Это сердце твоей военной компании. Строй и улучшай постройки, чтобы защитить базу от нападения. Враги готовятся напасть. Давай добавим пару построек. Так, что мы можем с вами сделать? Что, какую постройку мы сейчас можем... Ага. Башня снайпера. Нажми на кнопку ниже, чтобы открыть инвентарь построек. Ага. Вот, значит, да, снайперская вышка у нас. А куда я ее могу... Вот сюда, да, установить? Я могу также ее повернуть. Только мне непонятно, откуда враги пойдут. Ага, вот отсюда. Значит, нам выгоднее вот сюда куда-то ее выставлять. Так ведь, друзья мои? Получается. Ну, предположим, вот так вот она будет у нас здесь стоять. А размести палатку. Я уже разместил, елки-палки, палатку. Новая постройка. А что палатка дает? Вызывает бойцов с регулярным интервалом. Поддерживает до 3 одновременных волн. Если укрытие доступно, заполнить его одним бойцом из палатки в начале боя. Купить 6000. Придется. Другого варианта я не вижу, друзья. Ладно, палатка. Палатку мы с вами поставим вот сюда, я думаю, да? Развернем, где у нас тут. Ага, вот так вот она будет у меня стоять. Вот сюда. Отлично, так, один боец там у меня. Уровень 1. Так, что тут у нас такое? Бункер. Движение, тайник. Улучшить. 3800.
Дай-ка я улучшу, а, друзья мои. Выйди из режима строительства с помощью кнопки «Центр». А где такая кнопка? Вернуться в центр, да? Замечен враг. Приготовьтесь защищать свою базу. И что? Будет чем стрелять. Боеприпасы что-то... Так, я так понимаю, мы должны отбиться, да, теперь? Мины. У нас тут, а это что такое? Ложная цель? Хе-хе-хе. Ракета. Мины, друзья мои, мины. Где враг? Вот он бежит. А ну-ка, миночки, не подведите меня. Смотри, оббегает. Не, попались. 17 врагов осталось нам подбить. И все будет тип-топ. Так, неплохо, пока мы тут вжариваем. У меня есть ракетка. Ну. Бабах! Ядрени фени всех снесли. Так, а у меня там хоть кто-нибудь появляется? Вылупляется? Да, потихоньку идут отрядики. Врагов-то что-то слишком уж много здесь появилось. 11 вражин. Фига, чувак, с гранатомета бомби, смотри. Ё-моёшечки, я боюсь, сейчас мне тут кирдык. Смотри, чуваку просто башню снесло. Все как в реалити, блин, а? А ну-ка, выкусите, упыри. Давай. Где? Напалм. Вот так-то будут знать. Последний враг, вот он. Ну что, я скажу, неплохо мы с вами защитили базу. Волна 1 уничтожена, жетонов мы получили 50. Враг вернется, убедитесь, что твоя база готова. Значит, война. Нанести ответный удар сегодня. То есть тут еще и будут танки, я так понимаю, судя по всему, да? Теперь твоя защита улучшена. Можно перейти к казармы, чтобы начать усиливать армию. Так, усиль армию и хорошее наступление. Казармы. Хорошо, давай посмотрим. Гранатометчик. Нанять. 3000 стоит. 3000. Хорошо, я нанимаю, ребята. Гранатометчика. Разблокировали. Пробей брешь в обороне противника огромным разрушительным гранатометом. Отлично. Он сможет быстро расправиться с нашими врагами. Давай отправим его на войну и заработаем немного боеприпасов. Ты можешь начать войну с другими игроками, чтобы заработать боеприпасы, опыт и карты. Напади на базу другого игрока. Я не возражаю. Это твой враг. Вот это вот, да? F-15 бамп. Или вот этот. Так, уровень сложности 1. Тут уже двоечка. Так, поехали. А тут 11 уровень, что ли, уже, да? Ну что, попробуем, ребята. Интерфейс снаряжения. Приготовься к бою, добавь войска, настрой бонусы и выбери карты атаки. Ну что я могу сказать? Мне нужен гранатометчик. Естественно, да? Это нужен 7 уровень, что ли, по ходу дела. Так, ты уже участвуешь в войне. Выдвигаемся, да, поехали. Следующий уровень 2. Награда, боеприпасы и десант мне будет доступен. Реймор против F-15T Bump. Поехали, естественно, друзья мои, поехали. Так, это я все забираю. Вызываем, конечно же. Давай, друзья мои, потихонечку. Вот этот гранатометчик у нас. Ложная цель, а вот это что такое? Точка сбора. Даже так, да? Ложную цель можешь поставить здесь. Хе-хе-хе. Да, они отвлекаются. Только я немножко рано поставил, да, друзья мои, рановато. Ай, красота-то какая. Красотища. Так, превышен лимит бойцов. Это я понял. Слушай, тут надо как-то вот так делать, мне кажется, да, друзья? Потому что ракета с небольшой задержкой летит. Опять чуваку башню снесло. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ты смотри, что делает, а? Блиндаж фигов. Как он косит моих солдатиков, а? Упыреныш. Так, что мы с вами тут? Какие-то патроны. А это что у нас такое здесь? Зажигательная бомба. Сосредоточить огонь. Давай вот сюда вот. Вау. Палатку к ядрене фени снесли.
Как они хорошо летят, а? Красавчики. Тихо, вот здесь нужно поджечь, наверное. Ну. Ага, смотрите, урон получает, когда горит. Нормуль. Давай, 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 гранатометчик. Ах, подбили, да? Нет, живой, живой еще. Так, а вот самая главная база. Надо ее бомбануть. Мы вон идем в обход, так сказать, да? Точка сбора. Мне она пока не нужна. Ну что, добьем? Да, друзья. Тут, как видите, мы справились вообще без проблем. Продолжить, конечно же. Оп. Ага, 3 звезды получили. Боеприпасов, опыт. Новый уровень, и нам доступен десант. И плюс 1000 боеприпасов. Это валюта, боеприпасы это валюта. Добавь карты атаки в снаряжение до начала каждого боя, чтобы получить преимущество. Так, получены ресурсы, боеприпасы. Боеприпасы это валюта войны. Используй боеприпасы, чтобы покупать постройки, открывать новых бойцов и приобретать наборы карт. Ага, даже вот так вот. Господствую в небе. Вызывай десант уже сегодня. Хорошо, друзья мои. Цели выполнены. Пора обосноваться. Я понял. Я буду сейчас обосновываться. Так, укрепи оборону. Возведи 2 постройки, используя магазин построек. Так, собери боеприпасы и достигни 3 уровня. Это вот такие, ребята, у меня задания. Ну что же, инвентарь построек. Давай посмотрим, что у нас тут новенького. Танковая ловушка. Так, длинный мешок с песком. Короткий мешок с песком. Бункер. ПВО. ПВО, да? Гном? Зачем мне гном? Или костер тот же самый? Не знаю, друзья мои. Колокольчики, угли. Стена. Я не знаю. Давай, может, миномет возьмем? Ага, понял. Нужен 6-й уровень. А ПВО? 8-й уровень. Так, палатку что ли взять? Ну давай палаточку. А, 2-я палатка только на 8-м уровне. А что же я тогда... Подожди секунду. Подожди секунду, а что мне тогда вообще можно сделать? По-моему, ничего, я могу только, наверное... Ага, улучшить. Ну хорошо, давай улучшим. Палатка 2-го уровня. Сколько здесь будет стоить? 3800. Ладно, хорошо, улучшаем. Купить. Это у нас бункер, да? Зарабатываем 3-й уровень. Или какой? 2-й. 2-й. Ну и все, и с деньгами уже, ребят, проблема большая. Так, укрепи, укрепи. И мы с вами, наверное, тут еще альянсы есть. Ну, давайте на войну, наверное, сходим. Это, короче, защита от ком. От компьютера или, наверное, от командования, я не знаю. И битва альянса, это, естественно, 8-й уровень нужен. Напади на базу другого игрока. Поехали, друзья мои. Так, этого мы забомбили. Побеждайте противников, чтобы заполнить сундук компании. Заверши компанию и получи заслуженные награды. Ага. Вот немного информации о враге. Все же знание сила. Ну что, рванем сюда, наверное, мы с вами. Сила базы 344. Так, у него там бонусные карты какие-то фиолетовые. Друзья, я не знаю, я попробую, конечно. Функция разблокирована. Ячейки для карт атаки. Теперь ты можешь использовать карты атаки, отправляясь в бой. Карты атаки. Ох, ё-моё. Бомбардировка, десант и слезоточивый газ. Или плюс 2 к лимиту бойцов. Я попробую, наверное, десант добавить. Ага, тут 4-й уровень нужен. 15, 28, 42. Тут 7-й, чтобы открыть следующую ячейку, да? Ну что, выдвигаемся, наверное, да, друзья мои? Слушай, а как интересно прокачать их? Редактировать бойца? Повысить? Ага. Чего-то нам не хватает. Чего-то не хватает. Вот этих штук. Отваги. Отваги не хватает, да? Ясно. Я надеюсь, она потом зарабатывается как-то. Ну что, поехали. Будем выдвигаться. Я же вроде взял десант, да?
Следующий уровень 3. Награда задания разблокирована. Создать отряд ветеранов. Гуерилос. Он с PS Vita, что ли, играет, я так понимаю, да? Хорошо. Забираем вот это все. Десант я пока приберегу. Поехали. Отвлекающий маневр. Ребята, вот когда будут мои вояки бомбиться, да? Стрелять, да? Друг в друга, да? Опа, опа. Что там, противотанковая фигня, что стоит? Спрятались, типа, да? Так, превышен лимит бойцов, я понял. Вот когда будут стрелять друг друга, вот нам вот эту штуку ставим сюда, и они будут, по идее, на нее отвлекаться. Куда я поставил? За камнями, естественно, они не видят. Но, тем не менее, мы снесли их. Отлично, так, тут заныкались, да, типа. А давай посмотрим, как десант у нас работает. Воу-воу-воу-воу. Ты смотри, тут у него прилетели ребятулечки мои. Слушай, прям со спины, а? Как хорошо, как это было сейчас красиво. Минометка здесь стоит. Слушай, можешь взорвать ее, не? Вроде бы пока так справляемся. Так, что тут? У нас еще и газ есть. Слезоточивый газ, ну-ка кинем. Ага, они задыхаются там потихонечку. Соответственно, пока они прокашляются, да, мы в этот момент их бомбим. Это я сейчас своих же поджарил, да? Вот дурила. Зачем я это сделал? Ну давайте, давайте, давайте. Базу, базу, базу бомбим. Друзья мои, бомбим базеночку. Тут еще время отведенное для всего этого дела, я так понимаю, да? Понял. Шикарно. В хлам, просто в хлам. Победа. Боеприпасы. Третий уровень я получу или нет? Оп, нет, не хватило маленечко, да? Чуть-чуть. Тебе уже достали суточный... А, тебе уже достался суточный рацион? Тушенка какая-то, еще что-то. Собирай боеприпасы. Я выполнил. Укрепи оборону. Возведи две постройки, используя магазин. Слушай, ну я же как бы пытался использовать магазин. Наборы карт, золото и комплекта. Это донат у нас идет, да, друзья мои? Я отсюда уйду. Донат мне не нужен. А что вы мне хотите там показать? Что? Разведданные какие-то. Никто не нападал на твою базу. Ага, я понял. ПВП еженедельно. Ага, тут еще и ПВП режим, да, значит, есть. Особая операция, нападение штурмовиков. Прогресс 20 из 500. Вообще пока ни о чем не говорит это, если честно. Слушай, я могу вот от этого как-то уйти. Новая постройка. Купить. Не дают, не дают друзьям мне ничего тут приобрести. Ага. Ну вот так попробуем, да? Погоди, а мы вот сюда вот можем выставить? Можем. Развернуть. Так, вот сюда. Ну, предположим, друзья, пускай вот здесь вот будет стоять, да? Вышку можно улучшить. 3000 стоит. Улучшаем. Конечно же, улучшаем. Это же снайперская вышка, не просто так тебе. Ну и все, я думаю, да? Так, ну что, укрепи оборону и достигнуть нам нужно третьего уровня. Война. Давай посмотрим, друзья, кто у нас следующий будет. Так, мы еще получили карточку. Вторая уже. Так, Хаб Блейм какой-то. Хаб Блейм. Или же I need a name. Кого бомбить-то будем? Тут посложнее будет, парень-то. Так, а, у нас здесь ошибка сервера. В общем, друзья мои, в атаку. Погнали в атаку. Добавляем сюда. А что мы добавить можем, а? Ну, давай бомбардировку. Или здоровье бойца. Давай здоровье бойца. Вот так. Ну и что, выдвигаемся, естественно. Погнали. Следующий уровень. Так, нам дадут неплохие плюшки, да? Ну, а пока у нас... Опять же на PS Vita чувак играет. Ну, почапали.
подчапали. Что-то как-то все довольно сейчас легко и просто. Вам не кажется? Может быть, дальше будет как-то все сложнее? Пока я вообще никаких проблем не вижу. Так, секундочку, эти парни мне здесь не нужны. О, хорошо бомбанули. Отвлекающий маневр, друзья. А мы в этот момент их косим. Ах, как хорошо. Гранатометчик там подключился. Отлично. Давай, уничтожаем их всех. Нормуль. Так, здесь сможем добить? Ну, расстреливаем, ребятулечки. Мы уже практически до базы дошли. Что-то как-то больно быстро. Не кажется вам? Все это подозрительно очень. Снайперская вышка. Две вышки, да? Минус одна. Ага, солдатики убегают. А я вот так вот сделаю. Давай, где там? Ох, как круто. Мегаубийство? Я получил, друзья, какое-то мегаубийство. Ну, палатку минус. И базу главную разбомбили врагу. Слушай, я думаю, что сейчас мы с вами получим третий уровень. Верно? А ну-ка, порадуй папочку. Ё-моё. Так, бонус здоровья, урон, боец, огнеметчик. Друзья мои, огнеметчик на прокат. И 5000 боеприпасов. Ух. Получена карта нового типа, бонус. Так, добавляй своим бойцам бонусы, чтобы усилить их атакующие и защитные свойства. Поздравляем, бонусы. Постоянные предметы, которые улучшают показатель твоих бойцов. Их можно добавить в меню снаряжения перед боем и улучшить, объединив по 3 карты одного типа. А, то есть он вначале вот рядовой, так скажем, да? Если у нас будут 3 карты одинаковые, он получает у нас, ну, так скажем, сержантом становится, да? Слушай, неплохо. Функция разблокирована. Это задание. Выполняй задание и получай награды. Открыт доступ к отряду ветеранов. Отряд ветеранов состоит из бойцов, повысивших свой ранг в снаряжениях. Да, в сражениях. Ветеранов можно вызвать во время боя, также они защищают базу, пока тебя нет. Для более подробной информации зайди в меню ветеранов в штабе. Обалдеть, тут понаоткрывали. Всегда на стороне победителя наемные войска. Угу. Ну что же, мы все цели выполнили. Рецепт успеха. Еще 5000 боеприпасов мы с вами в копилочку положили. Так, улучшение бонуса. Добавь бонус бойца одному из бойцов в казарме. И опять же укрепить базу. Ну-ка давай посмотрим. Казарма, да? Повысить ранг. А если я, например, хочу... Ага. А я не смогу повысить ранг, потому что мне не хватает отваги. А если вот так вот? Хм, странно. Не дали. Специалист, превосходство, мастер выживания и почести. Одержи несколько побед, используя только пехотинцев. Ага. Одержи несколько побед, имея выживших пехотинцев не менее 25. То есть вот за это мы с вами получаем медали. Понятно. Слушай, а как же мне повысить ранг? Я могу повысить ранг, но нужна отвага. Здесь повысить... А, повысить до героя сразу, ничего себе. Естественно, тут не получится. Хм. Так, задание. Антиснайпер. Держать оборону, неудержимый. Тактический удар, награды. Ага, тут еще награды дают. Таймер задания. Ёлки-палки. Легко, средне и сложно, да? Честно говоря, я думал, что здесь будет все так, знаете, легенько и простенько. А тут всяких заданий целая куча. Да, друзья. Ну что же, давайте, наверное, на этом с вами и завершим обзорчик этой игры. Если вам понравилось, пишите в комментариях. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.